Всем привет, с вами Малыш. И у многих пользователей Windows 10 перестал работать микрофон. Вот, с чем это связано, я сейчас объясню. Это связано с последним обновлением 18.03. Оно вроде как должно было быть апрельское, но ко мне оно пришло только в мае. Вот. Как это дело проверить? Идем мы сюда, правой кнопкой мышки нажимаем на звук. И открыть параметры звука. Тут у вас, значит, звук это выход. Какие у вас тут это колонки, там динамики и все прочее. Да, громкость. И, соответственно, это вход. Тут у вас тоже по списку все должно быть. Так как у меня один, он у меня один и показывает. Как видите, у меня микрофон работает. Вот, он показывает, что все нормально. Вот. Если же у вас этого нету, не видно, что он работает, то значит это обновление, которое пришло, оно просто отключило доступ. Где это найти, я вам сейчас покажу. Это мы заходим, правая нижняя кнопка, все параметры. И заходим в конфиденциальность. Далее мы выбираем микрофон. И здесь у вас получается выключена вот эта вот она функция. Там можете прочитать ее, сами там, в принципе, найдете. Все очень просто. Вы ее включаете, и у вас микрофон заработает. Не обязательно все это дело искать в оборудовании. Оборудование работает. Вот, но если это уже не поможет, то, соответственно, наверное, уже оборудование. Так, так что, как видите, вот микрофон работает. Тут тоже все работает. Все, как говорится, нормально. Вот. Так что... На этом все. Пользуйтесь на здоровье. И если что-то у вас не работает, то, соответственно, пробуйте это дело сначала найти во всех конфиденциальности и все прочее. Потому что Windows 10 сейчас будет обновляться очень сильно. И, соответственно, все будет, конфиденциальность будет вырубать нафиг, что им не нужно. Нужно вам. На этом все. С вами был Малыш. Всем спасибо. Всем пока.